СССР уже история. Борис Ельцин – президент России. Закону об индивидуальной трудовой деятельности исполняется 5 лет. Тройка единомышленников индивидуально трудится над созданием первой частной стоматологической клиники и, в отличие от страны, четко понимает, чего они хотят. Медлить нельзя. Взяв 200 тысяч долларов в кредит под 30%, на Кировоградской улице в доме 11 делается капитальный капиталистический ремонт и открывается стоматологическая клиника «Чила Дентал». В отличие от большинства открывающихся тогда медучреждений, основа зарождения этой частной клиники – точное выполнение технологического процесса и строгие правила поведения персонала. В «Чила Дентал» не мелочатся, закупают самые передовые технологии и новейшее оборудование. Начинают понимать, что стремительно развивающейся компании нужно более звучное, запоминающееся название. Объявляется конкурс, предложено более 300 названий. И вот на Большом Козловском выкуплено здание, сделан капитальный ремонт. Добро пожаловать в «Мегастом». 11 августа 1998 года. В «Мегастом» вживлен 5000-ый имплантат. На этом фоне президент России Борис Ельцин заявляет о том, что дефолта в стране не будет. 17 августа. Правительство Российской Федерации объявляет дефолт. В «Мегастом» все хорошо. Президент «Мегастом» вступает в московский английский клуб. Дефолт дефолтом, а зубы еще никто не отменял. Наступает 21 век. Известные во всем мире фирмы Philips, Bego, Freatec передают «Мегастом» свой опыт и лучшую продукцию. Специалисты «Мегастом» организуют ежегодные международные симпозиумы по дентальной имплантации при поддержке Bego Implant Systems. Симпозиумы проводятся как в Москве, так и в других городах России. Организуются авторские курсы ведущих специалистов «Мегастом» для хирургов, ортопедов и зубных техников. Направление «Мегастом образования» основывается как учебный центр с целью повышения квалификации стоматологов, ознакомления их с новыми прогрессивными технологиями и развития российской стоматологии. На данный момент по методике, разработанной в «Мегастом», работают более 4500 человек. «Мегастом» активно сотрудничает с ЦНИИ стоматологии, получает новые знания, ставит перед собой только макрозадачи и успешно их реализует. Яркий тому пример – организация в Мониках кафедры ортопедической стоматологии. Во главе кафедры – профессорский состав «Мегастом». В «Мегастом» продолжают налаживать теплые отношения с медийными и немедийными лицами. За многие годы работы принцип подхода к пациентам не меняется. Наш конечный ценный продукт – правильно, качественно вылеченный пациент. В «Мегастом» внедряют микроскоп для лечения каналов. Теперь с помощью 25-кратного увеличения становится возможным учесть мельчайшие нюансы анатомии коренных каналов и обеспечить надежный и долговременный результат при сложном эндодонтическом лечении. «Мегастом» заключает контракт на изготовление сверхточного станка CAD-CAM, способного провести революцию в зубной реставрации. CAD-CAM технологии позволяют лаборантам и зубным техникам «Мегастом» проектировать реставрации прямо в компьютерной программе. В парковой зоне на Кутузовском проспекте открывается немецкий центр имплантации. Приоритетными направлениями НЦИ становятся дентальная имплантология и гнатология, что в Москве, несмотря на изобилие стоматологических клиник, встречается редко. В холдинге «Мегастом» не только находят ко всем индивидуальный подход, но и относятся как к своим друзьям. Россия председательствует в G8. В «Мегастом» начинают работать с диагностической системой К7. Год 2015, год литературы в России. Настоящими бестселлерами становятся книги об использовании в стоматологии технологии CAD-CAM. Некоторые скептики считают, что это фантастика. А «Мегастом» открывает в Москве CAD-CAM-лабораторию. В стране появляется уникальная установка, позволяющая вытачивать суперточные, суперструктуры для имплантатов. И вот, наконец, приходит он, долгожданный 2017-й, год юбилеев и круглых цифр. Москве исполняется 870 лет. В «Мегастом» вживляют 30 тысяч имплантатов. 530 лет московскому Кремлю. В «Мегастом» пройдена цифра в 50 тысяч сохраненных зубов. И, наконец, в год столетия Великой Русской Революции группа компаний «Мегастом» отмечает знаковый четвертьвековой юбилей.